Почему аборигены съели кука? За что не ясно? Молчит наука! Знаменитые песни Высоцкого в исполнении учащегося 15-й школы. Данис Гилманов бардовской песней увлекается давно. Сочиняет и свои. Юный артист также участвовал в проекте «Своя колея», где на одной сцене выступил со звездами российской эстрады. Все сбылось! Становись, становись! Раздаются команды. Это требует море. Скорей становись моряком. С этим произведением Данис выступил и на республиканском конкурсе «Страна поющего соловья». Там ему не было равных. В номинации «Художественное слово» он занял диплом первой степени. Самое главное – это не дипломы, а самое главное – это то, что ты читаешь, то, что ты доносишь людям, и слово. Вот что самое главное. Фестиваль детского и юношеского творчества прошел в Альметьевске. В конкурсе «Страна поющего соловья» участвовали еще три нижнекамских школьника. Зиля Гелазетдинова заняла второе место, Ралиф Салахиев – третье, Ильнар Идиатов стал дипломантом конкурса. Гульяне Нигматуллина, Фахри Исламов, новости НТР.